Уважаемая власть! Погнали. Воевать. За дневник. Да. Ну, короче, теперь можно все лутать. Пути, да. Ну, можно, кстати, вот это сразу впереди зачистить хуйню. Давай, зачистить, что нам. Ну, рядом. Теперь можно все прям пиздить. По-детски. Да, так, нужно будет потом еще найти эти самые, ну вообще, в принципе. Это хранитель, радыкс. Ой, изоленту нашел. Ну, изолента — это радость, блядь, для нас. Да, да, да. Ну, если эту игру покупать, чувак, надо ждать скидки на 100 рублей. Ну да. Ну, я думаю, она провалится в продажах. И рано или поздно. Ну, мне кажется, вообще ее бесплатно сделать. Что-то прям такое, не знаю, чувствую. Может быть, кстати. Free-to-play и будут продавать эту хуйню, как его. Всякую в магазине, всякие станки там. Хуенки, блять. Не понял, что можно купить за крышки. Прикинь, тут за крышки можно купить в этом автомате. Жрачку всякую. Вот смотри, вот он стоит. О, антирадин можно взять для бафа. Вот, ничего. Прикольно, прикольно. Так что крышки можно будет сбагать куда-то. Медицинские ножницы, блять. Ну вот, смотри, чувак, вот он, сундук, да? И вот в этом сундуке все твои вещи лежат, которые у тебя на базе в сундуке. Ну да, да. Металлическое ведро, блядь, нормально. О, слушай, а тут химза за этот станок недалеко от базы. Да, ну там халявный. Построим как-нибудь. Это что, станция какая-то, что ли? Робот. Бля, а тут патроны можно купить, ничего. Да? Веревка какая-то, веревка может. Так, ну что-то больше тут не густо. О, а тут робот стоит, продает. Да-да-да. А ему можно, кстати, продать. У него металлическая броня, чувак, продается. Бля, жалко, тут нельзя разбирать, как в этом самом. В Fallout 4-м. Помнишь, там сразу можно целую территорию разобрать. Да. Все просто поломать. Металлическая броня по 20 клюш. Металлическая броня робота? Да, блядь, он торгует. У него дохуя. У него схема. Блядь, у него схема ракетница есть. Рукоять до слоновой кости для флаг США. Когда я сейчас занят, попробуйте позже. На, посмотри. Так, и чё у него? О, а тут компьютер есть, как билеты. Панталоны, патроны, сливки, стимулятор. Да, схемы есть, слушай. Ебать они стоят, конечно. Вертел для готовки, большая палатка, перчатка. Нам схема нужна, это самая, сундучков каких-нибудь. Да, это рукояти, слоновая кость, схема, современные столы. Не, нифига. Томагавк, нихуя себе есть. Шпиль по 12. Туалетную бумагу в толчке нашел. Грязную, использованную. Не, а чистая, бери чего. Вот, наверное, нет. Вот, нет. Хема, химический верстак лежит тебе, ну да? Да, 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 да. А, не, хотя, подожди, у меня же была. Вот она на земле красная, смотри. Давай возьму. Ну, верстак я, по-моему, есть у меня. На всякий случай. Ну, прикольно, торговцы тут есть. О, там еще у него турели есть какие-то. Стреляет. Турель какая-то стреляет. Пойдем посмотрим, что. Давай по фри-ту-плеям так маленько. Да, да. Оставшееся время. Нам это важно. Эти сундуки, блядь, идти нахуй. Ой, я залез. Блядь, не застрять там эти. Тут опасно. Блять, горелого вижу. Прострели ему, жопец. Только где-то он непонятно где. А, вот он ты. Ебать их там, чувак. Ха, он попутался. Кастрол с патронником. Коробка с лечащими веществами нашел. Бля, куда они бегут? Слушай, тут мобы тупорылые какие-то побежали. Бля, чё ты не попадаешь, да. Я тебя стреляю? Чё, тебе в грудину выстрелить, что ли? О, в жопу ему выстрелил, прикинь. Передак выстрелил, он сдох. До этого три раза в голову не попал почему-то. Тебе можно пистолеты с них пиздить, кстати. Да. Они к тебе, походу, побежали. Да? Блин, нет. Где он стреляет?
А, вот он ты. Ты быть, я, блядь, даже не целюсь, просто хуячу такой. С этого ват включаю, бах, короче, сквозь кусты. Блядь, ты радиация, блядь. Чувак. Тут я делаю химикаты какие-то. Че, где? Где? А тут какой-то петух пробежал. О, вон он, сзади еще. Че не попадаю? Все, блядь. Сосамка рада оленя какого-то видна. Это где это? Ебать, их тут чувак набежало. Да, вижу. Ебать, еще стреляют. Суки, подходит. Ай, какой же уебищная боевка, блядь. Пиздец, блядь. Даже целиться не надо, нихуя, блядь. Я просто Q нажимаю, выстрел. Че тут еще есть? Депо Маргантауна. Я, кстати, левел, да, я кину левел. А, да, я, кстати, я тоже кину. Давно пора, у тебя там не раз кину. Да, да. Я, кстати, у вас есть неоткрытые способности. О, халявщика дали. Ебать, тут карточки надавали. Шансы на найти дополнительные боеприпасы при обыске. Ебать, тут надавали. Опять. Что сказал ученый перед запуском испытаний реактора? На все воля божья. Так, и что у меня тут есть? Гладкоствол. Бля, как их листать-то? Сука. О, я беру навык. Че, себе качну силу? Да, в кулаками вес всех препаратов, в том числе стимуляторов, снижен на 70. На 7 одноручных полным оружием. Не знаю, такое. Итак, что у меня есть? Персонаж получает на 10% меньше радиации при употреблении заряженной пищи и воды. О, хорошая штука. Присоединить к нам в руку взлома. Зачетная зона при взломе замков на 10%. Цены у торговцев стали выгоднее. Нет, если здоровье падает. Вот вода. Ага, вот это вот. И взломщик. А взломщик это что? Значит, понятно. Значит, вот это вот я херню беру. Канистра с цитулом. Заболевание пищи снижена. Должна дать... Бля, ну вот это давайте. А взломщика я пока не буду. Я не знаю, что еще качнуть. Еще пока ничего нет. Так вообще все подряд там, блядь, с выбора нет. Оглушитель радиосигналов, нахуй. Хочешь посмотреть? Иди сюда, представить какие-то хранять. Нихуя себе. Забрать. Верстак для брони. Ментаты. Все почищаем. Да, че, сука. Недалеко до базы. Можно там уносить. О, я нашел скотч. А, нет, не скотч. НРТ прям скинул, блядь, все склон. К себе сложу. Все будет за что строить. А сейчас попрошу, когда у тебя. Наверху можно еще наверх подняться. Угу. Все, отвертки всякие. Ведро. Наверное, срали. Срали. Не выходя от дома. Гробовичок взял. Прибежал тот мелкий пиздюк. Че хочешь ловить? Все, получил в репу, короче. Я там прям на завод могу пройти. Че тут есть-то? Зачистка заводиков, патроны всяких понаходил, нифига себе. Картотека. Патронки, блять. Куда-то да, могла нормальная игра получиться, если не было такой лютый хаос.
Он, блядь, чуть не упал сверху. Мешок цемента ваш. Не, нужен для чего-то. Ну да, цемент строишься, понял. Ой, я нашел труп рейдера. Да? Ебать, ты высоко. Как сюда попал? А, тут лестница была, по лестнице. Крышка. Деревянная броня для туловища. Да-да-да, она, кстати, покруче, чем это, вот физики, от физики лучше. Дима ушел, просто спокойно стал. Бильярдный шар. Он кричал, кричал, короче. Картер и Блэквилл, предатели, читатели, читаем. Если бы вы или я сидели в комнате и записывали ограбление, а потом отказались сообщать информацию о преступниках, мы бы оказались в тюрьме. Но Кевин Картер, несмотря на то, что взял интервью у человека виновного, и в большем преступлении ходит на свободе. Картер, блять. Порох у чувака. Основное, с вышки никого не видно, блядь. Ага. Тут вообще засесть... Ни одного гуля, а потом не спустишь, там миллион, блядь. Да, тут вообще засесть и отстреливать их вообще. Такую базу сделал на этой вышке. Да. Нет, нету по-настоящему интересного хардкорного выживания. Чё-то на заводе кидайте, посмотрим. Эти пацаны на заводе есть. О, ебать, нашел, иди сюда. Чё-то нашел. Ой, блядь, гуль. Снайперку нашел, блядь. Ебать, тут горелый какой-то странник. Крутой гуль, тут, чувак. Тут это, типа, дохлый снайпер, у него стрелковый злобный охотник, да? Карабин. Бля, он на 10-й левак, прикинь. Не все так просто. Он у нас 7-й, да? Угу. Как левел свой узнать? Не знаю, бля, этот гуль какой-то опасный. Ебать, ты шмаляешь. Блять, я упал. Ай, я упал! Ебать, я почти умер, нахуй. Чувак, сзади гуль какой-то опасный, какой-то с коронкой. Прорвался, блядь. Давай пойдем, посмотрим. А ты снайперку забрал? Да. Могу показать, хочешь? Давай, сейчас я гуля лутану. А у тебя отдать. А, на 10-й. Че у тебя был? Короткий помповый дробовик, амортизирующая вываренная кожаная броня, не проси. Тут это дохуя тайников с крышкой. Богато, богато. Прикинь, он, бля, мадневый, бля. У тебя 8-й уровень. 8-й, бля, еще 2 уровня бы взять. А где уровень посмотреть, кстати? У меня вот слева показано. До уровня. На, смотри сейчас. Давай. Кинь ее. Когда тебя побудет пока. Ты ее не проебит, посмотри. 50-го. А, у меня перевес, покинь за нее. На X можно посмотреть, как она выглядит. Прикольно вообще. Он мне наложит на X. Ну так, отдавай мне. Оружие, сейчас. Короткий договорим. На X говоришь? Нихрена себе. Да, слушай, прикольная тема. Нам надо станок, чтобы разобраться, наверное. На, держи. Надо станок искать, короче. Тут где-то был. Да. Тебе надо станок искать и разбирать всю хуйню. Нихуя себе так. Застреляли бедного. Насосал пацан из крутой группы. Я просто стволов понабрал. Ну да, их надо все просто разобрать хуёво и нахуй.
амортизирующая кожаная броня. Убрал стрелок горелый, блядь. Горелый пердак, блядь. Я даже не побоялся, что ты горелый, блядь. А у тебя, наверное, не будет этой винтовки, да? Я уже забрал. Ну да. Ну это странно, типа, в сундуках поход у каждого. О, вижу чувака, все будет снайперский выстрел. На нахуй, ебать. О, я 76 этих убил, короче, горелых. О, нашел верстак, вот он. Забирай. Так, для начала хлам я сейчас беру. Так, спейс. Разобрать. А, не. Так вот. Так, теперь... О, а тут надо какие-то тайники спасателей отыскать. Да? Ну, надо тайники отыскать. И один прям вот здесь где-то, короче, 12 метров. О, я нашел, кажется. Нет? А он? Так. Что такое? Это постель, это, блядь, кружка, нахуй. Варил учебник. Выдвижная дверь. О, все поизобрал. Смотри, вот здесь вот, смотри, кружок какой-то, 5 метров. О, вот здесь где-то тайник должен быть. Там. А, да, слушай. Слева где-то, да. Где тайник? Не в машине, такие машинки прикольные. Да. Уж в кабине у него. Да, где-то тут чувак. Это как знаешь, это в сталкере схрон эти. Да-да-да. Запрячь где-нибудь. Хабар. Не, в машине нет. А где она, блин? Вас не видят. Я рад. И он там еще. Где-то, блядь. Не знаю, я пытаюсь под машиной, может что-нибудь такое есть тут. Ну нет, блядь. Может его взорвать? Бля, у него хп есть, когда не стреляешь. Ну да, типа она взрывается. О, загорелась. Ой, блядь. Я чуть не сдох, блядь. Ебать. По-моему, тайника остались ручки до ножки. Слушай, а тут точно там тайник? Они в ящиках, слушай, по-моему, в этих ящиках он. Их ящик. Ну вот этих вот. Да. А, вот он, я нашел. О, одессит ящик, дед наш проект. Тайник спасателя, о, сигнальная акида, до военные деньги. А вот и сам спасатель, походу, с молотком. Да спасался, блядь. Я там еще, кстати, нашел. О, у меня перегрузка. Пойду разберусь. Иди тоже поломайся. Ну давай тоже разберусь. Вот, вот здесь, вот в этом грузовике там что. Грузовике я сейчас чекну. Сейчас гуль вылезет. О, можно взломать. Так. О, вскрыл сундучок. Mm-hmm. Осколочная граната, бутылка с коктейлем молота, осколочная мина. Ну такое. Ракетницу дали, сикач. Кружа обратно тебя. Так, что тут еще есть? Все уже украдено до нас. Десятый. А где верстачок-то был, я теряюсь вечно. Так, хлам сразу забрать. Так, а уже нормально. Жить можно. Вот тут пили кофе, понимаешь. О, нашел какой-то комбинезон механика, нашел, прикинь. О, Т-60 голова, Т-60 правая нога, чувак. Да? Нихуя себе, у меня сразу перегруз. Можно сносить до базы. А где ты наш?
Здесь вот належал, иди ко мне. Может, у тебя тоже снится? В этом ящике, в маленьком. В этом, что ли? Да. Первая помощь? Да. Охуеть, бля, я какая-то там... Не говори. Побежали на базу, бля. Беги на базу, я тебя сейчас побыщу. Все отвертки, прям на полу валяются отвертки всякие. Ебать, ну смотри, железо, блять. Так, в какую сторону базу-то? Вот в это. А где-то красный был, блять, прицеп. Хотел его полутать. Неплохо, неплохо. Залутались. Из бейсбольного мяча мне. У тебя хп, кстати, мало. Да, я знаю. Я думаю, сейчас антирадина ёбнуть. Бегать не обязательно. Только для атмосферы есть. В смысле, ты телепортнулся? А у меня перегруз. Mm-hmm. Он с перегрузом не портается. Ну не надо тогда перегруз. Так, ну чё, складывай я броньку. Так, одежда. Ты 60 голова, прикинь. А ты 60 правая нога, ты 60 туловище. Прикольно. Следующий. Так, это сюда. Деревянная броня. Сюда. Куртка механика. Че, одеть можешь ее в комбинезон? Так, оружие, че я тут еще взял? Бутылка с коктейлем Молотова. Я, вот, чувак, выкидываю под себя все, весь свой хлам. Угу. Чтоб тебе было из чего строить. Если ничего надо, то это пошлитница. Так, топор. Хлам. Стального лома куча. Все, забирай, чувак, подо мной. Ха, все в один этот самый мешочек покинь. Скинулось. Бой, блять. Я бы тебя накидал. Пулеметы, ебать. Охотничьи карабин. Так. Помощь разная. Два записи, так, заметки, хлам. Давайте, есть хлам. Так, ну и чё, давайте посмотрим, где этот была штука. Создать. Бля, куда-то пошёл. Столики. Что-то ещё есть, туалет какой-то. Так, вот мне интересно, чемоданчики. Нет, чемоданов пока нету. А, можно купить это двуспальню кровать. Не двуспальню, а как она? Такая кровать стеллаж. Mm-hmm. Барбекюшница. Я, в принципе, готов купить. Сейчас. Отсек, я еще чекну. Освещение. О, генератор большой, чувак, открылся. Mm-hmm. Можно, кстати, это самое. Турельку, кстати, можно поставить. Можно верстачки поставить еще. Надо какую-нибудь вышку сделать, чтобы не крыть. У меня турель не пихнуть. Крыши, стены. Можно стенку такую поставить небольшую. Как-нибудь. Цене я теперь выгляжу, чувак. Вот так, сейчас, подожди, я пол поставлю. Еще тут. Блин, это дерево мешается.
Мерзкое дерево, зачем ты мешаешься? Бля, оставься. Оп. Давай. Я в тебя верю. Аккуратнее, если скорость большая, то она ничего. Можно водички попить. Только она это зараженная. Сука, да, это сад. О, слушай, неплохо так уже. Так, и да, давай верстачки поставим еще у нас теперь. Можно лестницу, кстати, заебенить. На второй этаж, и второй этаж как-нибудь сделать. Пойдем еще тайник. Как там еще один остался. Сейчас. Я верстак ищу. Догони, короче. Так, во. Вот тут можно верстак поставить. Вообще надо посмотреть, как вылечится болезнь. Может быть, лекарство. Лечение. Хлебная мазь. Вода, пища, лекарства. Лечит одно заболевание. Кроволис нужен. О, чувак, я поставил еще два верстака. Тебе у нас full комплект. Это что, ремонтный верстак и химлаборатория. Прикольно, здесь какая-то хуйня, типа пайка какая-то. Так, я хотел пожрать, сейчас подожди, не пожру. Живем, блядь, че у нас тут. А, я хотел одеть комбинезон. Ну-ка, зацени, как я тебя выгляжу. Ну что, модно. Модно стильно молодежь. Да, не говори. Так. Мне лекарство от болезни нужно. Грязная вода, жареный ротолень. У тебя нету? Лекарство? Да. Сейчас так называется лекарство. На Л. Соль. Тухлое мясо есть. У меня лекарства нету. На Л вообще ничего нет, по-моему. Я могу стимулятор разбавлять. Какой-то есть лагерь Окулент. Сила, харизма, нихуя себе. Давайте копченой водички для начала. Почему она дает радиацию, заебала? Испорченная биожидкость. Жареный ротолень. О, неплохо. Так, антирадин. Нормально. Великолепный бекон из опоссума. Великолепно. Ништяк. Можно, кстати, груз алюминия сделать, если ты типа, такаешь. Груз, да, готовим все напитки. Водички надо кипяченой. Сука. Кипяченую воду, чтобы делать, нужно дерево, прикинь. Ну да. Его и так не густо. Там это поленница бывает. Вау, это, кстати, больше урона. Так, что я по весу? 103, 185. А, нужно это выложить еще этот. Помощь. А может длинный ствол на револьвер? Микс, пакет крови, перец. Пиво, Blackwater, покинь. Да, где там тухлые фрукты? Чувак, ты мне не выделишь из соса маленький? Чё? Мне нужно 3 болта и 3 клея. Сейчас, хлам. Болт. 3 болта и 3 клея. Болтов нет, чувак. Чё, серьёзно? А ты где смотришь? В инвентаре. Так ты в этом посмотри, как в танках. Ты скидывал? Ну, я вот сюда, в этом смотрю, в ящике. Я сюда поскидал. А-а-а. Блин, крыш так получается. Болтов нет, пиздец. Не, реально, болтов нету. Боевой нож, бутылки с... Ну-ка, давай, чисто хлам. А клей есть? Клей тоже нету. Кофейные куски, пробки, кофейная кружка, конец вала, комбинированный ключ, все.
Финал. Стандартный длинный ствол на револьвер стоит 3 болта, 5 алюминия и... Ну уже оптика на нем есть. А вот смотри, есть и избыточный клей. Ну-ка. А, подожди, слушай. Я нашел кое-что другое. А, ну болты я нахрен не знаю, где взять. Но то я знаю, где клей сейчас взять. А может вот короткий охотничий карабин? Где был скотч? Что такое? Или изолента? Что такое видел? Блин, не могу найти. Ладно, давай пока так. Ладно, верстак, ну-ка разобрать. Хотел снайперский себе магнум сделать. Не, нифига. Избыточный клей что-то не это самое. Не ломается. Ладно, пошли. Обновляется, прикинь. Чтоб другие могли пройти. А что, еще раз можно, интересно? Ну-ка. А там, бля, ну это нету. Это тупо, конечно, пиздец. Ну я говорю, блядь, это хуевая концепция. И все трупы, кстати, это обновились. Бля. Не успели полутать, я только тут уровни всякие раскидывал. Ну а бля, как ты будешь полутать-то, я не понял. Ну успешно. Ну да, все они обновились, локации. Ну пойдем по главному квесту, потом с чем можно еще раз. Ну окей. Хоть одну полутали хуйню. Я вообще не понимаю. Это надо на скорость делать. Ну говорю, блядь, сука, это слабых мест, блядь, пиздец. Так, мам, что там? Найти дневник в школе. Ну хорошо. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. А, ну это же хоть и временный ивент был. Да. Где там эта школа? Золотые карманные часы. Не, надо дальше через дорогу. Это вот через откуда не пройти. БТР стену проломал. Оп-оп-оп-оп. Вон на школа. И там я увидел Гулю. Гулю. Гули-гули. Вот он. Надо на картах, с картохой. Все, пизда ему. Давай, школа Маргналта. О, еще один. О, тут два сундука, типа, два этих. С деньгами с какими-то. Пытался уехать. Стаканчик для ордера колы с соломинкой и коробка из-под гамбургера стоит в один. Кто-то на улице, блять, кто-то на. Ну-ка, так, оружие до хуя, надо скинуть. Кто там, блядь, ходит нахуй? Велосипед. Лесопедка. Где? Да, я слышал, кто-то хрипел. Ага. Вон, вон. Гориллы ходят слева. Отходил свой. Еще где-то в подожди, кто-то ходит. Что-то грузит, грузит, не загрузит. Да-да, у меня такая же хуйня. Там затея эти чуваки лопаются. Суки. Пугает. Я хочу угнать автобус и кататься. Да, сувенирная машинка. Слушайте, ну пошли в школу, блядь. Да, погнали. Что, с центрального входа зайдем? Да, отпостился. Понеслась.
Да. Десятый бы взять. Минус. У меня внимание, короче. Стрельба какая-то. Так, вот тут надо что-то взять. Вот, дневник смотрительницы, за запись воспроизвести. Скрытие. Сзади, сзади, блядь, твопнул, пидорас. Будет облучать, сука. Вон он, вон, вижу, ходит. Залепи. Блядь, мимо. Где? О, швабры надо брать. Из них дерево. Ты мертвый? Блять, надо идти. Теперь не прослушался этот дневник ебаный. Давай, слушай. А я не слушал, кстати, тоже. Ну, слушать, написано, что он слушает. Так, предметы. Дала записи. Ник, смотрите, или что там? Ой, здесь есть микроскопы, нихуя. Запись 3. Их автолак, ну да, давайте. Личный дневник смотрительницы. О, вижу. Сейчас через дверь будет ломиться, наверное. Взломать можно. Я взломал дверь. Сзади подбежал. Сзади патроны, ублюдок. Наливные яблочки, яблочки. Скипидарчик. Жестяная баночка. Блять, почему не успевает она, блядь, прогрузиться? Прожать. Типа я нажимаю 0%, типа сразу стреляю и. Да, а потом секунду проходит. Funeral, каким приготовлением? А чё, нам делать-то? Так, ну, изучить работу доктора. А, не, личное дело каждого. Так, к нему пьеску ходим. Не знаю. Надо один какой-то оставить. Личное дело каждого. Ты все отключи ненужные. Так и сделал. А, ну все, мы здесь типа нашли, теперь здесь просто надо полутать. А, ну вот, личное дело каждого проходим, да. Сейчас набьем полный карман добра, если... Лучше победить... Перебздеть, изучить работу... А, ну да. Перебздеть. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Да он пить хочет, заебал. А у меня тоже, у меня еще и перевес опять. Че это такое? Ха, зацени, чувак, как КТ. Цени сюда с этой стороны. Да, и стало такое вылез. Все, нет кота. Кексы веселые ребята. Блять, кто? Ты че, мразь? Куда ты убегаешь? Ля, ебать ты бегаешь? Чего? Свободен. Будет мне в спину стрелять. Едотрон. Ой, еще кто-то пиздит, слушай. Я звук слышал. Необходим навык 2. Где ты хрипишь, мразь? А у тебя вода чистая есть? Да. Дай мне пульс. Сейчас скину. Эта хуйня работает? Бля, подожди. Не скину. Где он? Лазит. Ладно, крой меня, сейчас тебе скину. Заодно сам попью. Так, чистая вода. Весь сок. Сок из тошки. Ты просто ходишь без стелса, чувак. Нравится.
Если бы ты с контрола не выходил, он бы не прибегал. Ну чё ты так долго? Чищенная вода, да ещё. Так, выбросить. Скинул две штуки. Чё-то на питьё что-то поставить, заебал. Потрошки. Есть на второй этаж, у нас намок два необходим. Сука, давай на второй этаж, наверное, пойдем. Какие-то книжки. А, кстати, тут надо эти подносы брать, это алюминий. Да-да-да, там железо, алюминий. Я беру, что-то. Блять, я сел за стол, покинь. Не хотите меня покормить? Резак для бумаги наш. Вот это в мае, резак для бумаги, это ваш. Кусочек белки. Бать, не ебальник с ним спустит. Да блять, зачем ты садись, сука? Я на втором этаже сейчас. Ага, я пока на первом это поднос лутаю. На алюминиях потом пидать. О, тут тарелки, ложки, золотые, а, пластиковые. Это пистолет в школе, охуеть. Ну это ж американская школа, чё, удивляйся. Тут вообще не хотел удивляться. Чистая салфетка. А, перегружен уже. И у меня уже 190 из 165. Так, иду к тебе на второй этаж. Да там всех убил. Что-то успокоился. Ну, в принципе, мне как бы уже все, мне не лезть. Ну, а что тут показывается, что-то еще? О, две изоленты. Нормальная тема. Какая-то звездочка показывается. В чем покажется? Хз. Блять, упал. О, глобус. А, это на улицу, блять. Грязная вода. Грязная, немытая вода. Я предлагаю домой идти, в принципе. Мыло. Тосто. Да, надо уже отчаливать. Скидывать. Все-все под завязку набирать. Так, о, алюминиевые баночки. Нормально. Жестяная банка. Но найти бы верстачок, поломать бы сразу. Вот было пиздато. Ой, ты тут таракашка. Ах ты сука! Мелкий пиздюк. Не уважаешь батю, тварь. Ебашим не глядя. Дверь открыть. Это подсолнце. Ножи какие-то, блядь. Ну все, пошли, наверное. Так, конечно, еще много можно. Можно было бы еще тут лутать и лутать. Что надо разгружаться? Пойдем, я все с вами. Давай, я с тобой. Ну, а выход. Да, где-то был автобус. В этом автобусе вставлял стволы. Сейчас с одной сюда еще скину. Нож. Свинцовые стояки, блять. Как же это все-таки смешно звучит. Че, я тебе скину сразу, короче, все добро. Может, чем построишься.
Порох, кстати, нужно скидывать, если не патроны. Так, силовый пидос. А какой у меня стоит здесь 165? Не понял, я же все поскидал. Овощи разные. Давай, скидывайся. Все, я могу портануться. О, у нас тут база такая неплохая. Так, сразу все ломать. Хлам. Так, разобрать. Мне по-прежнему нужно три болта. Будет у нас? Сейчас посмотрим. Болты. Так, предметы. Есть 4 болта. 4 болта. И клей тебе нужен? Нет, клея нету. А я изолент уже подбирал, почему? Странно, да? Да у меня тоже... А, ну там было написано, что здесь. Это странно работает, блядь. Она разобралась, изолента? Ты разобрал? Да. Хуйня, блядь. Есть какой-то... А, избыточный клей. Походу еще получается. Из нее нельзя просто обыкновенно сделать. Да, ты походу вообще ничего нельзя сделать, блядь, ты ебаный. Ну-ка, подожди-ка. Это ремонтный верстак. Вот химолаборатория, ну-ка, тут можно склеить. Клей, болт. Из клея сделать, из избыточного клея. Лечение, плавка. Нет, не то. Порох. Лечение. Лекарство, пакет, светящийся кровь. Да воды к нам. А ты болты скинул? Ну, я один был. Я все тебе скинул, что нашел. Не знаю, был там. Нихуя себе, я воду набираю, даже не пью, а просто набираю, и радиация все равно. Охуеть. Ну вот, я тебе скинул, ты забрал? Ага, забираю. Там нету? Слушай, ну, ну... Что я не смотрел, кто скинул. Сейчас я разберу, посмотрим. Хлам, бейсбольный мяч. Можешь купить пойти? Уже заебало, блядь. Крыша, блядь. Есть. Смотри, я сбегаю, куплю, да это пидорас, эй, блядь. Пулеметы открылось. Короткоходящий карабин тебе могу делать. Да. Стандартный короткий ствол. Проблема, блядь. С нами слабые проблемы. Слушай, а так показывает клей 28 у меня. Покинь. Ну скинь не клей это. Жму? Должно быть, нет. Вот ты где смотришь-то? Я когда начал делать. Вот надо в хламе смотреть. Ну вот я в хламе смотрел, не было его.
Вот, сейчас смотрю, нету клея. Ну-ка, давай попробую поменяться. А в каком ты смотришь это? Ну, в инвентаре, вот он, клей. Может, ты скинул в этот сундук? Не-не-не-не. А где ты смотришь-то, блядь, ёпта, мать, конечно, ну, ты двое. Инвентарь, вот клей. Ну, ты смотришь в инвентаре, а ты пойди, подойди. Как... В сундуке? Да. Ты же скидывал в сундук? Нет, клей не скидывал, вот, и в сундуке нету клея. Блядь, хуйня. Я не знаю, где он должен отображаться. А когда начинаю на верстаке сидеть, то... Да, сделаем туда ствол, я не знаю. Да-да-да, давай я тебе скину, попробую. На, вот сделаем мне ствол, сам. Сейчас, подожди, я тебе клей скину. Попробую так. Будет он отображаться? Так, хлам. Куски кожи. Хуёво сделано, блядь. Это может быть хуёво сделано. Сейчас 44 калибр, блять. Было чем стрелять из снайперского револьвера, блять. Бэнк, бэнк, фаза револьва. Не хочется обмениваться. Ну на Сэмерсите сделай мне сволочь. Давай, кидай. Нельзя уж, блядь. Клей блядский, нахуй. Это тупо, его нигде нету, то только на верстаке он виден, прикинь. Вытащи, пиздец. Я вижу, пригорело, нахуй. Так, а какой тебе ствол-то сделать-то? Ну, блядь, помощнее, получше, блин. Так. Модификация с ресиверсом. Еще там модификации, может, не поставить. А что-то нету ствола. А, нет, вот он, вижу. Ну там не есть, блядь. Это стандартный длинный ствол только. О, болт, клей 28 из 3, прикинь. Болт 9.3, алюминий 27.5. Как его, блядь, увидеть, непонятно. Стандартный. Я сейчас. Офигеть. И все. Сейчас я скину. Халпур, блядь. Оп. Так, а я могу топор улучшить, интересно. Теперь мне, блядь, нахуй револьвер, блядь. Всем револьвером револьвер. Универсальный топор. Топор нельзя модифицировать. Охотничий карабин. Что ты могу сделать? А стандартный север. Ствол есть. О, коллиматорный прицел смогу сделать. Давай, пойдешь. И все. А дрободанчик чё? Настоящий север, стандартный север. О, настоящий север, давай. Улучшим. Стандартная рукоять, прицел. Ну где-то воды набрать, что-то воды мало, блядь. В этой хуйне набери. Ты как она типа, берется тебе в инвентарь? Да. Только ты радиацию собрать? Получаешь, да. Тут можешь собрать же нажать, да? Да. И че, куда он собирает ее? В инвентарь. Но все равно потом ее надо кипятить. Сейчас наделаю воды нам. О, кстати, можно базу немножко еще подделать. Да, когда качаешь, все равно дают придет. Да, я тебя говорю. Это тупо, блядь. У тебя дерево есть? Че? Дерево есть? То там в аду, чтобы сделать, нужно дерево. Да, есть. Нормально. Мало, правда, кончилось уже. Хоть немножко, блядь, воды. Я что-то, блядь, вообще по воде просил. Сколько было воды у меня... Да ладно, хуй с ним. Надо идти в рейд. Мы тут, блядь, сядем сейчас.
Сколько медалового-то, блядь, там нахуй еще дохуя. Так, а че мне там по весу-то? Мне еще весу дохрена надо. Надо пожрать еще. Готовый завтрак, давайте. И еще максималку. Так, что у меня есть? Хлам. Хлам весь сюда. Надо, наверное, изучить работу Хатса. Я думаю, туда может быть протонуться. Это хуйня. Сантиатин, картофельный. Кекса. Надо стало. Надо долго идти, блять. Лучше уж тут, наверное, работать, короче. Чем-нибудь можно ебать. Так, что по весу? Интересно, 105-165. Так, ну чё, пойдём? Ну, в рейд.